Привет, друзья! Сегодня приготовим очень простое, но невероятно вкусное постное печенье с апельсином, орешками и изюмом. Очень нежное и ароматное. В миску натираю цедру одного апельсина. Затем выжимаю апельсиновый сок. Нам потребуется примерно 100 мл. Всыпаю сахар и вливаю растительное масло без запаха. Все перемешиваю. Всыпаю немного муки и разрыхлитель. И теперь я всыпаю орешки, курагу и изюм. Курагу я нарезала на небольшие кусочки. И в конце всыпаю всю оставшуюся муку, замешиваю тесто. Должно получиться мягкое и липкое тесто. Если у вас тесто будет более жидким, то добавьте еще немного муки. И при помощи 2 чайных ложек вот так вот выкладываю печенье на противень. Так как тесто очень мягкое и липкое, то и после выпечки печенье тоже будет очень мягким и нежным. Если вы любите более плотное и рассыпчатое печенье, то в тесто добавьте еще немного муки. И тогда уже из него можно будет даже скатать шарики. Выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. По желанию можно посыпать сахарной пудрой. Вкусное, мягкое, нежное печенье. Даже не верится, что оно без яиц и молочных продуктов. Превосходная выпечка и в пост, и на каждый день к чаю. Друзья, удачной вам выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!